классического леса Енота, в котором мы отлично прогулялись и вымотались, мы отправились в центр буддизма Няньшань. Будем смотреть на богиню Гуани, на Бодхисаттву Гуани. По буддийским поверьям, у Бодхисаттвы нет пола, но именно богиня Гуани изображается в женском обличии, так как она самая милосердная, и в основном всегда, когда кому-то помогала эта богиня, она выглядела в женском обличии. На заднем входе есть колокол. Не знаю, его видно вам или нет, его надо было постучать 3 раза, чтобы богиня Гуани услышала, что мы прибыли. Ну что, мы отправляемся дальше. Центр буддизма Няньшань является самым большим в Азии. Он расположен на острове Хайнань, недалеко от города Санья, и занимает он целых 50 квадратных километров. Основными достопримечательностями центра буддизма являются статуя с храмами богини Гуани, парк богини Гуани, долина долголетия и долгожителей, парк счастья и благополучия, а также храм Няньшань. Но, к сожалению, мы не везде успели побывать. Первое, что вы увидите в центре буддизма, это небесные ворота, выполненные в трехарочном стиле. Центральная арка предназначена для прохода знатных людей, а по краям – вход для простых ремесленников и крестьян. Над входом начертаны иероглифы – недвойственность и единство. Это означает равенство всех посетителей, и поэтому ворота по краям закрыты, и все входят через центральную арку. Передвигаться по центру буддизма Няньшань можно 2 способами – на специальном транспорте, естественно, за отдельную плату, либо прогуливаться пешком, осматривая достопримечательности. Я стою на фоне иероглифов, которые образуют собой 2-е учение Будды для хорошей жизни. Здесь написано «Все плохие дела оставь, делай только добро, очищай свою душу, и Будда примет тебя». Здесь иероглифы есть, означающие такие слова, как «зло», «душа». Далее у нас иероглифы «добро». А данный иероглиф Будда. Нет, вот этот. Данный иероглиф Будда. Запомните эти, возможно, иероглифы, возможно, вы захотите окунуться в буддизм за головой и понять все пути получения нирваны и просветления. А сейчас мы направляемся к статуе богини Гуанинь. Мы хотим подняться к ее подножию, погладить ее ноги и загадать свое заветное желание. На искусственном острове, к которому ведет длинный мост, установлена 108-метровая статуя трехликой Гуанинь. Ее строительство длилось целых 6 лет и окончилось в 2005 году. Согласно легенде, достигнув совершенства, Гуанинь не пожелала перейти в нирвану из сострадания к миру, за что Будда Амитабха дал ей 1000 рук за самоотверженность и доброту, а ладоням глаза, чтобы замечать всех нуждающихся в поддержке. В храме, который находится внутри статуи богини Гуанинь, находится золотая фигура, но, к сожалению, съемка внутри этого храма категорически запрещена. В настенных нишах стоят статуэтки. Это мини-копии богини Гуанинь. На каждой из них указано имя человека, пожертвовавшего 10 тысяч юаней для строительства храма. У подножья статуи располагается смотровая площадка. С нее открывается панорамный вид на залив и прекрасный парк. Недалеко от храма Гуанинь находится гигантский кувшин чистоты, выточенный в цельном камне и наполненный дождевой водой. Считается, что когда в мире прекратятся все войны и конфликты, вода из кувшина прольется на землю и очистит ее от зла. Эй, мы в долине долголетия и долгожителей. Долина долголетия. Здесь пролегает тропа, посвященная долгожителям Хайнаня старше 100 лет. У каждой фотографии приведено краткое интервью. Секрет долголетия – умеренное правильное питание и активный образ жизни. Далее мы встретили статую старца, у которой посетители просят здоровья и долголетия. На этом наша прогулка подошла к концу. Что вы скажете о сегодняшнем дне? Я устал.